Глаз налево, другой направо, другой вверх, вниз. Короче, ужасно. Если уж идти, то иди. Нормально. Привет. Спасибо за подписки. Кто сидит? Как посмотри? А, вот вижу. Блин, я надеюсь, что... Как тебе маникюр, Лера, смотри. Час назад где-то сделала. Вру, нет, 3 часа назад сделала. Нашла чем похвастаться. У меня брат работает, хочешь купить сделать? Спасибо. Брат работает кем? А не надо? Нет, я знаю вот этого. Спасибо. Дошло до меня, как тут мальчики губы делают. Каким способом он губы делает, извини меня. Или я такая нехорошая? Привет. А так у тебя губы классные. Классные губы. Спасибо. Мазаку. Чё говорит? На дерьбу. Глаза такие узкие, мне кажется, когда не накрашены. Ужасно просто. Надо было хотя бы для эфира накрасить. Ухаживание парней. Пов. Розочки. Мне, блин, дают, если честно, 15 лет в последнее время. Мне в 15 давали сейчас мой возраст. Ужас, так стрёмно. Ты без косметики красивая. А, да, спасибо большое. Чё так мало людей? Раньше у меня по 200, по 300 человек сидел. Чё случилось? Неужели это всё связано с... В связи с вот этими вот всеми событиями Россия, Украина, Турция, Сирия. Спасибо большое за корону. Я про глаза. Хорошо. Спасибо. Это касается, ты откуда? Казахстан. Я из Казахстана. Я что-то хочу. Не знаю, что я хочу. Спасибо. Спасибо за подарки, мальчики. Мальчики. Тебе 12, да? Нет, мне 11. Ты откуда? Я из Казахстана. Привет, Калын Калай. Жақсы, рахмет, өзің қойсың. Есім жатыстар, қайдастар. Что-то так скучно, что творится? 16 человек сидит. Что придумаешь, какой-нибудь опросник поставить? Настройки, переключить камеру, подарки, сундук.
Привет. Просто не пишу из-за этого. Что мне делать? Где актив? Или как мне вот это? Давайте, давайте, тапаем, 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 лайкаем, подписываемся, подписываемся. Ужас, он аж 16 до 10 спустилась. Привет, как дела? Дела хорошо. Как твои дела? Вы знакомы? Что знакомы? И зад, и зад. Привет. Привет. Общаться, чтобы. Слышно, да, походу, как я соплю. Привет, Алина, как дела? Дела хорошо, как твои? Дамир, ты откуда? Что делаешь? Ну что, сижу, персиковый сок пью. Ти, супер. Спасибо. Что, не против познакомиться? Сразу спросила. Ой, спросила. Сказала. Нет, не против. Рахмет. Пойдемте куда-то сходим. Как бы это странно не звучало. Просто оставила. Где я тебя оставила, мой антистресс? Вспомнить не могу. Алина, блин, что у меня с памятью творится? Я не принимаю эфиры, ребята, I'm sorry. Вот я дурочка, оказывается, в кармане была. Это как про очки. Ходишь, ищешь очки. В шкафу резиновый друг. Вы откуда? С Казахстана. Ого. Что ого? Зачем грубить? Да, Сергей, зачем грубить? Плохой. Плохой, нехороший. Из какого города? Неважно. Меня бесит, когда улыбаюсь, а врага заверяю, надо губы одевать на брекеты. Очень бесит. Блин, мне холодно, надо было переодеться заранее, ладно. Точнее, одеться наоборот. Из какого города? Неважно. Из Душанбе. Привет. Бапеш, Бапеш, Таджикистан, Бапеш, Таджикистан. Не Стараза случайно? Нет, я не Стараза. Я никогда там не была в жизни. Какого города? Привет, с Румынии. Привет. Подвиг голову, пожалуйста. Как дела? Хорошо, как ваши дела? Ты либо из Караганды. Вкусная. Не писать такое. Не кури. Я не курю. Что я? Это что? Это не про меня. Либо из Астаны.
Караганда — это как мой второй дом, по идее, потому что, блин... Ну как второй дом? Все мои там, и, короче. Вся моя кровь там. Родственники, не родственники. Астана, Караганда. Парень есть. А у вас жена есть? Или невестка, или как там? Мне кажется, у вас есть невестка, вам родители уже выбрали. Поэтому, пожалуйста, не смотрите на меня, если вы не уверены в своем выборе. Да шучу. У меня нет. Мой парень, ладно. Ну, что? Имран, я не принимаю, I'm sorry. С мальчиками не веду эфир.